Бүгін жұмыспен қамту 2020 жылға дейінгі жол картасының есебін ағымды жылы аяқталған демография мәселелері жөніндегі зерттеулердің нәтижесінен бастағым келіп отыр. Экранда көріп отырғандарыңыздай, жалпы қазақстандықтардың 42% немесе 7,2 миллион адам халық саны 10 мыңнан аспайтын 6858 елді мекендерде тұрады. Бұл азаматтардың негізгі проблемасы, біріншіден, ірі орталықтардан алшақтылығы болса, екіншіден, басымды еңбек нарығынан шетте қалуы болып отыр. Осыған байланысты елбасының тапсырмасына сәйкес қабылданған және іске асырылып жатқан жұмыспен қамту жол картасының негізгі мақсаты ауыл азаматтарын өнімді еңбекке тарту. Бұл орайда бағдарламаны іске асыру басталғаннан бері 263 мыңнан астам адам мемлекеттік қолдауға ие болғанын, олардың ішінде 63% жұмыссыздар, 35% өзін-өз жұмыспен қамтығандар, ал 5-8% аз қамтамасыз етілгендер болса, 0-7% мемлекеттен әлеуметтік қолдау алып жүрген жалдамалы қызметкерлер екендігін хабарлағым келеді. Сондай-ақ бағдарламаға қатысушылардың жартысынан астамы, немесе 57% жастардың үлесінде. Өздеріңізге белгілі, жұмыспен қамту стратегиясы 2009 жылдан бастап іске асырып келеді. Осы жылдар азаматтарды тұрақты жұмысқа орналастыру деңгейі 40%-дан сәл ғана асып келді. Ағымдағы жылдың екінші жартысында біз бұл ахуалды өзгерттік. Яғни бірінші жыл 90-ға бұл көрсеткіш 54,2%-ға жетті. Бұл бағдарламаны іске асырудағы қол жеткізген басты нәтиже деп есептейміз. Азаматтарды жұмыспен қамтудың мұндай деңгейі бағдарламаның негізгі үш бағытын іске асыру есебінен қамтамасыз етілді. Первое направление программы предусматривает предоставление временных рабочих мест целевым категориям населения за счет их вовлечения, финансируемой в рамках программы капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство фельдшерско-акушерских пунктов. С начала реализации программы капитальный и текущий ремонт прошли 1843 объектов, в том числе 540 объектов образования, 142 объекта здравоохранения и 226 объектов культуры и социального обеспечения. На слайде представлена средняя школа Миргеневского сельского населенного пункта Акжаикского района Западно-Казахстанской области, которая была отремонтирована в текущем году. В рамках реализации данного проекта было открыто 33 рабочих мест, 80% из них были представлены жителям данного села. Следующий объект – это сельский дом культуры населенного пункта Ахшвенгельды Шардаринского района Южно-Казахстанской области. В ходе его реализации было открыто 30 рабочих мест, на которые были трудоустроены местные жители. За 2 года в регионах построено 43 фельдшерско-акушерских пунктов. Один из них – фельдшерско-акушерский пункт сельского населенного пункта имени Примова Казалинского района Казлардинской области. В ходе его строительства на работу были приняты 14 местных жителей, а после введения в эксплуатацию на такие фельдшерско-акушерские пункты трудоустраиваются молодые врачи, приехавшие в село по программе «Диплом Менауга». В целом, в рамках первого направления было открыто 28,5 тысяч рабочих мест, половина из которых представлена участникам программы. При этом хотелось бы отметить, что почти 40% созданных рабочих мест приходится на долю трех областей – Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской. По данным агентства по статистике, большинство самостоятельно занятых работников имеет среднее образование. Такой уровень общей подготовки становится одним из серьезных препятствий на пути микрокредитования. В этой связи, в отличие от других отраслевых программ, направленных на кредитование состоявшихся предпринимателей, второе направление дорожной карты занятости предусматривает предварительное обучение участников программы навыкам предпринимательства, предоставление микрокредита до 5 лет в размере до 3 миллионов тенге, оказание сервисных услуг по ведению бизнеса до 1 года. Это создает возможность рационального использования выделяемых микрокредитов, усиления устойчивости бизнеса, а следовательно и формализации трудовой деятельности соответствующим вовлечением их в систему пенсионного обеспечения. За все время реализации программы микрокредитованием было охвачено более 17 тысяч человек, а общая сумма средств, выделенных на микрокредиты, составила 35,5 миллиарда тенге. Около 70% полученных средств были использованы на открытие собственного дела, а остальные – на расширение бизнеса. Осуществляемые расширение малого бизнеса сопровождалось наймом рабочей силы. В производительную деятельность за счет этого были дополнительно вовлечены еще 12,8 тысячи человек. Одним из главных результатов данного направления
Является также то, что более 13 тысяч человек из числа участников программы, получивших микрокредиты, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей в налоговых органах и систематически отчисляют обязательные пенсионные взносы не только за себя, но и за привлеченных работников. При этом следует отметить, что 62,2% вновь созданных рабочих мест во втором направлении приходится на долю Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. В связи с возникшими трудностями в трудоустройстве лиц, прошедших предварительное обучение в рамках программы, в третье направление в текущем году были внесены необходимые изменения. Было принято решение, что участники программы направляются на обучение только при наличии реального спроса работодателей на тех или иных специалистов и их готовности принять участие в организации дуального обучения. Несмотря на уменьшение численности лиц, направляемых на обучение, по сравнению с началом реализации программы улучшились конечные результаты. Численность участников программы трудоустроенных после завершения обучения в нынешнем году по сравнению с прошлыми годами увеличилась почти в два раза. Кроме того, в рамках реализации программы были направлены на социальные рабочие места и молодежную практику 115 тысяч человек и трудоустроены на постоянные рабочие места 38,8 тысяч человек или 45,9% и числа завершивших работу в социальных рабочих местах и в молодежной практике. Для повышения территориальной мобильности в целях расширения возможностей трудоустройства за время реализации программы построены 1044 домов, из которых 969 заселены участниками программы. В данном направлении приоритет был представлен детям из детских домов-интернатов для сирот. Так, если за период реализации программы были переселены 11,6 тысяч человек из экономически неблагоприятных сел, то среди них жильем и первым рабочим местом были обеспечены 116 детей-сирот. Начиная с текущего года в этом направлении строительство 328 квартир осуществляется при софинансировании со стороны работодателей, которые принимают на себя обязательства по трудоустройству переселившихся граждан. Основные результаты программы по направлениям представленное на экране, но главным из них является трудоустройство более 241 тысячи человек, из которых 132 тысячи были направлены на постоянные рабочие места. Следует отметить, что результаты программы оказали непосредственное влияние на рост занятости. Так, если до 2011 года среднегодовой рост численности наемных работников составлял 170 тысяч человек, то в 2012 году он увеличился до 232 тысячи человек, а удельный вес самостоятельно занятых уменьшился с 33,7% в 2010 году до 30% в общем числе самозанятых в третьем квартале текущего года, а общий уровень безработицы составил в третьем квартале 5,2%. Полагаем, экономический эффект реализации программы лежит именно в этих цифрах. Отмечая позитивные результаты, считаю необходимым также остановиться на имеющихся недостатках программы, которые, Серену Меч, были озвучены вами при заслушивании отчетов акимов областей, а также депутатами парламента, общественностью, средствами массовой информации. Это невостребованность на рынке труда определенной части участников программы после прохождения ими обучения, отсутствие массовости при предоставлении микрокредита и относительно низкая мобильность населения. Во исполнение поручений главы государства на расширенном заседании правительства от 11 октября, а также для устранения выявленных проблем, нами был дополнительно изучен международный опыт применения активных политик на рынке труда, особенно в условиях последнего финансово-экономического кризиса. Анализ мировых трендов позволяет говорить о совпадении, которое вы видите на экране, инструментария содействия занятости в Казахстане с его применением в развитых странах. С учетом вышесказанного, нами были разработаны и согласованы следующие направления совершенствования механизмов программы. Первое – это координация дорожной карты занятости с другими государственными отраслевыми программами и программами развития территории в части создания рабочих мест и трудоустройства граждан. Второе – внедрение адресного инструмента и улучшение профессиональной подготовки за счет формирования практических навыков и умений. С этой целью в программу предлагается введение профессиональной ориентации среди претендентов на участие в программе, широкое привлечение работодателей к обучению персонала, в том числе
числе участников программы, и, конечно же, привлечение наравне с центрами занятости неправительственных организаций и частных агентств занятости к обучению и трудоустройству граждан. Третье – содействие комплексному развитию опорных сел. Если прежде осуществлялась точечная поддержка граждан за счет вовлечения в программу, то теперь по предложению местных исполнительных органов фокусом государственной поддержки становятся конкретные села, где будут приниматься меры для развития производства и создания новых рабочих мест. И последнее – для повышения эффективности управления программой предусмотрено внедрение нового подхода к финансированию программы. Выше, когда говорилось о создании рабочих мест, мы отмечали несколько только областей, которые дали большую долю трудоустроенных граждан. В этой связи, значит, новый подход к финансированию будет представлен в зависимости от потенциала регионов, возможности его использования и результатов хозяйствования в конкретных регионах. Установленный и одобренный на МВК лимит финансовых средств, направляемых на реализацию программ, будет распределяться следующим образом. 80% пропорционально численности населения, 20% в зависимости от результатов работы за истекший период. При этом в качестве результатов работы будут учитываться показатели по трудоустройству участников программы и сокращению численности безработных, непродуктивно занятых, самостоятельных работников малообеспеченного населения. Одновременно будет продолжено совершенствование информационного сопровождения программы. Речь идет как о развитии единой базы данных, о рынке труда и специализированных порталов, связанных с занятостью и реализацией программы, так и о повышении информированности населения в вопросах занятости в целом, условиях и преимуществах участия в программе. В настоящее время министерством проводится обучение акимов сельских округов, работников центров занятости. В первом квартале следующего года будет проведено их пробное тестирование на знание программы. И далее обучение будет продолжаться непрерывно. На следующий год планируется обучение целевых программ целевых групп населения широким привлечением общественности. Полагаем, что вносимые изменения повысят эффективность программы, усилят адресность предоставляемой государственной поддержки гражданам и обеспечат дальнейшее совершенствование системы управления программой. Данные предложения были одобрены на МВК. Проект постановления правительства о внесении изменений в программу согласован с заинтересованными государственными органами и внесен в канцелярию премьер-министра. Доклад окончен. Спасибо за внимание.